Бога укрепленная, возлюбила Иси преподобная, научение книжное, и тому прилежала Иси. Мудрость же книжную постигши, паче прочих божественной книги избрала Иси. И я же умудрить и могут во спасение всякого человека, усердно почитала Иси, славцы поющий Господеви, аллилуйя. Праздником вас сердечно поздравляю, дорогие братья и сестры. Ибо сегодня церковь вспоминает преподобную Ефросинию игумению Полоцкую, заступницу, молитвенницу, охранительницу нас от всяких бед, та, которая всю свою жизнь положила Христа ради и служила Господу Богу в той стране, где Господь судил ей родиться. А родилась будущая преподобная Ефросиния в 1102 году. В 1102 году преподобная родилась в семье князя Полоцкого Георгия и княгини Софии. И дали имя ей Предислава, как это было принято у славян. Мы с вами знаем, что отец и мать, отец его был из рода Изяслава, это сын великого князя киевского Владимира, помним его, да? Как он появился в Полоцке, взял себе насильно, сватался к Рогнеде, княгине Полоцкой, не хотела она за него идти, тогда наказал град Полоцк, разорил его, взял насильно в жену себе Рогнеду. И мы помним, что она хотела, в общем-то, не простила ему этого насилия, в общем-то, хотела убить его. И он узнал об этом, не получилось, и хотел ее убить. И помните, вскочил в горницу, а там стоял уже его мальчик, сын Изяслав, который с мечом вступился за мать свою. И тогда Владимир отдал, вернул ее опять в Полоцк, княжество Полоцкое, и, ну, а при Изяславе, его сыне, Полоцкое княжество было очень могущественным, куда входили земли Минщины, и Витебщины, и Могилевщины, и даже земли многие нынешней Литвы современной. Вот это большое, великое княжество было. И пребывало оно немножко обособленно от остальных древнерусских княжеств, поэтому процветала в мире, расцветала. И, как мы с вами знаем, в 988 году, когда князь Владимир крестился, и Господь Бог по милости своей сделал из этого камня, из этого жестокого человека, красное солнышко, было построено три храма, помните, да? Три Софии, три великих кафедральных собора, София Киевская, София Новгородская и София Полоцкая. Первый такой каменный храм в Полоцке был воздвигнут, величественный. Преподобная Ефросиния была наделена Господом Богом многими добродетелями, и вообще Господь даровал ей память хорошую, и способность к научению. И, как мы с вами знаем, в те времена учились по книгам Священного Писания, читать учились по псалтыре. И преподобная Ефросиния, вот имея этот острый ум, она не просто училась читать по псалтыре, она уже сердцем своим постигала те истины, которые в Священном Писании изложены. И как мы с вами знаем из ее жития, сердце и душа ее открылась ко Господу, она поняла, где истина, нашла эту истину. Но девушка была видная, очень красивая, многие, опять многими дарованиями удостоенная от Господа Бога. И тогда многие женихи сватались к ней, как мы с вами знаем. И княжеские сыновья, и князья многие приходили, сватались. И то есть открывались большие такие перспективы ее земной жизни в миру. Богатая, красавица. Княжна, которая должна была тоже за некоего князя выйти замуж и благополучно жить на этой земле.
однако в сердце ее уже не было готово к этой земной жизни. Она отдала свое сердце другому жениху, Господу нашему Иисусу Христу. И тогда она прибыла в монастырь в Полоцке, Богородичный монастырь, где игуменей была ее тетя Романа, княжна тоже. По смерти мужа она постриглась монахини. Она стала ее уговаривать также принять иноческий облик. А в общем-то Романа понимала, что будут проблемы с родителями. Родители не готовы к такому повороту как бы событий. И потом она была молоденькая и красавица, и она стала ее уговаривать, значит, все-таки, что рано тебе вот такие мысли допускать в сердце свое. Но после того, как они долго разговаривали, Романа поняла, что здесь это истинная невеста Христова, и она ее постригла с именем Ефросиния. То есть Предислава стала Ефросинией. Она, преподобная Ефросиния, будущая преподобная Ефросиния, подвязалась в молитве и посте, дабы угодить Господу. И тогда епископа Полоцкого упросила, дабы жить при церкви, как раз в соборном храме Софии, подражая вот как раз Иерусалимским девам, Пресвятой Владычице нашей Богородице, которые также жили при Иерусалимском храме. Вот она жила при храме Святой Софии. А затем вот такое случилось явление, когда ангел Господень явился преподобный и сказал, что тебе нужно перебираться в сельце, такое местность около Полоцка недалече, где тебе нужно будет потрудиться, и это место станет местом для спасения душ многих-многих-многих людей. Трижды являлся ангел ей, явился он и епископу Илье Полоцкому. И так то же самое сказал ему, что Ефросинию нужно вот как раз отправить и поместить там, помочь ей в построении монастыря в сельце. Сельце – это недалеко от Полоцка было место, где была маленькая деревянная церковь Спасова. Это место летнего пребывания епископа в Полоцке. И вот епископ Полоцкий, он уговорил и предупредил, вернее, князей о том, что здесь будет монастырь, который отдан Ефросинии для того, чтобы построить монастырь. Он обратился ко всем за помощью. Началось действительно воздвижение этого монастыря, монашеские кельи и так далее. Преподобная все-таки возжелала построить каменный Спасов храм вместо деревянного храма. И как мы с вами знаем из житий, то взялся за дело зодчий Иоанн, который и начал строительство храма. И как мы с вами знаем, по милости Божией, вообще по великой любви Божией к Ефросинии, этот храм сохранился до сих пор, до наших дней. Храм, в общем-то, середины 12 века. Таких храмов очень мало сохранилось. Опять же, я говорю, промыслом Божиим. Конечно, он отличался от других храмов. Очень толстые, более метра стены там. Но удивительное тоже так по промыслу Божию случилось. Когда униаты захватили монастырь, то они, чтобы как бы не было видимости православного храма, а он был построен в византийском стиле, и стены заканчивались такими закамарами полукруглыми. Вот наша Ефросинийская церковь тоже построена с такими полукруглыми закамарами в таком византийском стиле. И они, чтобы, значит, этого вида православного храма не было, они просто заложили закамары стеной. Это просто удивительно. То есть они не сломали ничего, просто заложили, чтобы этого не было видно. Вот сейчас двускатная кровля, которую они там соорудили. И там были прекрасные росписи древние, 19 века, которые они тоже просто взяли, да и закрасили. И вот это, конечно, по промыслу Божию сохранило этот храм. Буквально там в прошлом году, сейчас работы ведутся давно там, но все время делаются открытия удивительные этих росписей 12 века, чудесных просто. И, конечно, очень важно, что открыли то, что закамары. То есть храм сохранился, в общем-то, без всяких изменений и разрушений. Вот сейчас ведутся научные работы, и будет принято решение
что будет дальше, то есть будет ли восстановлен первооблик этого храма, который преподобная как раз воздвигла. Но мы знаем ее подвиги, это пример для каждого из нас с вами, ее, это в первую очередь, конечно, молитвенные подвиги, попечение о людях неимущих, потому что она переписывала собственноручно книги Священного Писания, которые продавались, и она нищим раздавала это, вырученные деньги. И так она трудилась очень долго. Достаточно сказать, что она умерла в 72 года. Но в конце своих дней она восхотела сделать паломничество в Святую Землю. Мы знаем это из житий ее. Ее уговаривали остаться, потому что осиротели, так сказать, и ее и чада духовные, и инокини, которые под ее крылом вот, мудро наставлялись, идя к спасению. Но все-таки предприняла она это путешествие, объяснив тем, что хочет у тех мест, где, которых, в общем-то, касались ноги Господа Иисуса Христа, помолиться у гроба Господня за всех, за весь край, и за монахинь, и за вообще всех верующих людей. Предприняли это путешествие далекое, как мы с вами понимаем, в те времена. И в Константинополе принял преподобную Ефросинью, будущую преподобную Ефросинью, принял сам император и патриарх, и всем константинопольским святыням они поклонились, ну а потом все-таки отбыли на Святую Землю. И вот там, после того, как поклонились они многим-многим святыням, возжелала преподобная, в общем-то, почить именно на Святой Земле, в тех местах, где в свое время был и жил Господь наш Иисус Христос, претерпел страдания нас ради человека и нашего ради спасения. Она молилась Господу, Он даровал ей вот болезнь там, и она, ангел сказал, когда она умрет, и тогда она, ну, пожелала, чтобы тело ее было сначала, ну, обратилась в монастырь Савва Священного. Но там монахи сказали, что жен здесь не хоронят, а вот в Феодосиевском монастыре как раз похоронены многие святые жены, и там и мать Савва Священного, и мать Феодосия самого, и многие иные. И вот там приготовили место для упокоения преподобной Ефросинии. И тогда, когда она почила, там она и была похоронена. Но Господь попустил испытание и, как мы с вами знаем, победил крестоносцев султан Саладин, и тогда он захватил Святую Землю, Иерусалим. Единственное, что действительно поступил довольно-таки гуманно, он сказал христианам, чтобы они собирались, дал время им, и все святыни, которые им дороги, пускай забирают с собой, и значит, но земля должна быть освобождена, и там будет только лишь мусульманская вера. Ну и вот русские монахи, которые были в тех землях тогда, на Святой Земле, они самые святыни и взяли с собой. И в том числе, вот это очень важно, дорогие мои, как мы должны ценить это. Самое святое для них это было, одна из святынь, которую они взяли с собой, это мощи преподобной Ефросинии Полоцкой. И изначально вознамерились эти мощи принести в Полоцк. И дошли даже до Турова. А в это время междоусобная брань была между князьями, и было опасно идти к Полоцку. Там как раз война шла. И тогда повернули, пришли в Киев, и положены были мощи в дальних пещерах Киево-Печерской лавры, где и пребывали очень долгое время, считайте, 700 лет, более даже. И обращались жители Полоцка к государю-императору, чтобы мощи вернули в Полоцк с просьбой такой. Императору Николаю I трижды обращались, отказ получили. Затем к Александру II обратились трижды, также отказ получили. И только в 1909 году император Николай II высочайшим повелением и решением Синода Святого Русской Православной Церкви было решено мощи перенести в Полоцк. Я советую, у кого есть книжка, которую выпустили, напечатали полоцкие монахини,
хорошая такая книжка, где есть и житие преподобной. Может, вы видели, красочная такая желтенькая, оранжевая такая книжка. Там есть акафист ее, но там очень подробно описано, как переносились мощи из Киева в Полоцк. Я вам просто говорю, что я уже так возрыдал несколько раз там, потому что это невозможно без слез было читать. Удивляешься, как ценили вот верующие люди того времени, 1910 год, когда мощи переносили преподобную. Это поразительно просто. Из Киева, ведь на, по Днепру на корабле до Орши мощи проплывали. И на все протяжение этого пути, просто по всем берегам, как вот описывают те, кто видел это все своими глазами, стояли толпы-толпы верующих людей на коленях со всех деревень, как где только они не проплывали. Ночью горели свечки, и видно было эти тысячи людей, которые были. А там, в тех местах, где они останавливались и не заносили мощи в соборные храмы, там весь город и ближайшие города собирались. Это поразительно, вот это описание радости духовной и поклонения преподобной, которые настолько вот, действительно ценили русские люди в то время. А затем уже с Орши пешим до Витебска путем дошли, и там долго пребывали мощи. И вот где они в соборных храмах помещались, эти мощи, день и ночь шли люди, поклонялись и удивлялись все, как, насколько тихо, спокойно было. В общем-то, в принципе, мы тоже с вами свидетели, как и у нас, вот святыни великие пребывали, и как люди шли день и ночь к ним, дабы поклониться и помолиться перед мощами вот преподобные просили игумени Полоцкой. Поэтому действительно, и кто есть возможность, пожалуйста, посмотрите, почитайте это очень поучительно. Мы больше, может быть, будем ценить то, что мы с вами имеем. Ну и, конечно, мы радуемся тому, что вот этот наш приход, который был основан в 1991 году, все скорбящие к радость, мы духом, ну, конечно, это не просто так было решение принято. Решение было принято о строительстве первой церкви, вот этой нашей крестильной, будущей крестильной церкви, в которой можно было уже молиться, ну, в нормальных условиях, ибо мы с вами молились в палатке, это тяжело было, конечно, в нормальных условиях. И действительно было решение принято просить, и мы получили благословение правящего нашего архиерея митрополита Филарета, чтобы освящена она была во имя преподобной Фросинии, игумении Полоцкой. И мы с вами знаем, дорогие братья и сестры, что эта церковь уже в историю города Минска, православной церкви города Минска, вошла, потому что это первая церковь, которая была построена в городе Минске после 1914 года. В 1914 году была освящена крестовая церковь архиерейского подворья, там, где сейчас дом офицеров находится. Вот эта церковь первая после столь долгого, так сказать, столь долгое время только лишь разрушались храмы, и вот, пожалуйста, вот эта церковь сегодня воссияла, и здесь, в городе Минске, мы имеем возможность помолиться перед иконой преподобной Фросинии Полоцкой. Вот эта икона, которая была написана в 1998 году, мы предприняли тоже такое путешествие паломническое в Полоцкий монастырь тогда с этой иконой. И там владыка Феодосий отделил нам частицу мощей. Эта икона освящалась прямо на мощах, она возлежала преподобной. И вот торжественно мы тогда ее принесли во град Минск и здесь установили в нашем храме для поклонения многих-многих наших верующих людей. Ну что ж, я поздравляю еще, кроме прочего, наше сестричество милосердия, которое тоже работает и трудится под покровительством преподобной Фросинии Полоцкой, наше сестричество и Фросинии Полоцкой сердечно поздравляю, потому что сестричество наше начало свои труды с 91-го уже года. Это уже сколь много лет сестры трудятся. Ну а всех нас еще раз поздравляю, всех минчан, вот с этим праздником радостным таким. Поэтому спаси, сохрани вас Господь и преподобная Мать наша Ефросиния, моли Бога о нас грешных.